Доброго дня. С чем ассоциируется весна? У меня весна ассоциируется с подснежниками. И перед вами Сцилла сибирская. Как в нашей области называем мы еще подснежник. Но только она не обычно голубого цвета, а именно белого цвета. Посмотрите, какие милые, красивые цветочки от 10 до 15 сантиметров, цветущие в проталинках и заполняющие все наши полянки под нашими кустиками, под деревьями. Напомню, что раннецветущая луковичная спокойно себя чувствует в тени. И без проблем им хватает солнышка весеннего, пока еще не распустились листья. То есть мы сажаем их в подлесок. Спокойно и не волнуемся. У них хватает времени и созреть, и луковичку сформировать. Сцилла сибирская, белого цвета. У нас в наличии упаковочки. По 10 штучек. Вот такая упаковочка красивая. Опять же таки, это у нас Blooming Life, наш любимый. Достаточно крупные луковички. Хорошие все, сухенькие. Всего стоит 200 рублей. То есть 20 рублей за штучку. Есть у нас еще сцилла колокольчатая. Здесь их 15 штук в коробочке, тоже они напоминают подснежник, но больше, конечно, мне кажется, они похожи на гиацинтики. Сейчас посмотрим, какие у них там луковички. Это фирма Дирих голландская, хорошее качество. Да, по размеру практически такие же, как и сцилла сибирская. 15 штучек, тоже белая. И еще один интересный цветочек такой голландской фирмы. Белоцветник Gravity Gigant. Достаточно высокое растение, где-то сантиметров 30-40-50. Его цветок похож на подснежник настоящий белый. Луковички 5 штук. В упаковке достаточно крупное растение. Смотрите, всегда сужу по корешкам и по луковичкам. То есть, как у нарциссика приблизительно. Цветет вместе с мускариками. Красиво, очень интересно. Вниз поникающие, такие как подснежнички, цветочки. Стоит 5 штучек 380 рублей. Но они там с деточками, так что... Получится у вас целая полянка. Заказы принимаем в директ в Инстаграм. Пишите, пожалуйста, на юка нижнее подчеркивание питомник. В магазине в ВКонтакте у нас работает магазин. Все, уже к концу дня, простите, заговариваюсь. И WhatsApp всегда на связи. Всем хорошего дня. До свидания.